Сегодня из программы «Азбука ЖКХ» вы узнаете: каждой машине свое место, мечтаешь о парковке, запасись терпением. Канализация, линия связи, электрокабель, что может помешать строительству стоянки. Газоны или автомобили, как преодолеть войну интересов собственников. У этой парковки есть правило: для каждого автомобиля свое место. Так решили собственники многоквартирного дома и постарались, чтобы и машины было куда поставить, и двор оставался зеленым. Впрочем, для нашего города такую организованную парковку можно назвать исключением из правил. Обычно автовладельцы своих железных коней ставят куда придется. Чаще всего прямо на газон. Ведь чтобы сделать благоустроенную гостевую стоянку в своем дворе, нужна инициатива собственников многоквартирного дома и желание довести задуманное дело до конца. В первую очередь необходимо обратиться в управляющую организацию, для того чтобы предварительно посмотреть границы земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, и есть ли техническая возможность по устройству на этом земельном участке гостевой парковки, какие коммуникации проходят, где они проходят, опять же, все требования, которые к размещению гостевых парковок предъявляются. Вот. И получить у них предварительную схему размещения этой парковки, если все-таки есть возможность ее устройства. Первое, что необходимо предусмотреть при размещении автостоянки, это расстояние от здания, от жилого дома не менее 10 метров. Минимальный размер парковочного места от 5-3 метров на 2-3 метра ориентировочно. При проектировании автостоянки одно машинное место занимает порядка 15-20 метров квадратных. Работу по сбору документов и согласованиям можно поручить управляющей компании. Просто написать заявление и дальше ждать. Хотите ускорить процесс, придется побегать самим. Для начала в управлении строительства и архитектуры получить выкопировку топоплана земельного участка, на котором должна располагаться парковка. Здесь же выдадут перечень организаций, у которых надо получить согласование на строительство. Тут зависит как раз от тех коммуникаций, которые вблизи проходят. Да, у нас это и горсвет, это воздушные линии освещения, да, это у нас может быть РЭС, электрокабели, если проходит, это может быть Ростелеком, если линии связи где-то в земле проходят, ресурсники, это теплосети, холодное водоснабжение, отопление. Я уже сказала, канализация. Если несколько организаций, то тут уже, может быть, стоит параллельно выполнять. У каждой организации свои сроки, до месяца может быть. Поэтому тут, опять же, инициатор должен немножечко поработать с этими же организациями, поскольку этот лист согласования его можно размножить, либо несколько вариантов сделать, да, для того, чтобы параллельно отправить и потом уже поторапливать эти организации. Парковку нельзя располагать на сетях электро-, газоснабжения, водо-, теплоснабжения, на сетях канализации. То есть, соответственно, здесь уже не будет дано разрешение тех организаций, которые, или же будут же какие-то ограничения, то есть выполнить из легко разборных материалов, то есть это плитка. То есть дальше это уже смотрят те организации, которые это будут проводить согласование. Согласование в нужных организациях получены. Инициируем общее собрание собственников. Организовать его опять-таки поможет управляющая организация. Основные вопросы – устройство гостевой парковки и источник финансирования. Но не всегда проходит собрание гладко. То есть многие жильцы отказывают, там не хотят палисадники. То есть идет, если в доме очень много машин, то собрание проходит более с положительным результатом, потому что практически в каждой квартире у кого-то есть машина. Тогда там собрание все за. А если машин мало и люди в возрасте, те хотят палисаднички оставить у себя. То есть там вот такая, как называется, столкновение интересов между жителями. Самая сложная парковка – это вот здесь Торцева 53, Торцева 51. Там собрание прошло с положительным результатом, но идет война интересов и не разрешают строить. В результате она не доведена до конца. Машины так и стоят, но бабушки не пускают никакую технику, чтобы заасфальтировать или что-то засыпать. Стоят с сбоем, не пускают. А машины так и паркуются. Кроме того, на общем собрании собственников обязательно должен быть решен вопрос о включении в состав общего имущества данной гостевой парковки. Также собственники могут принять решение о утверждении правил пользования
гостевой парковкой. В том случае, если собственники хотят выделить какие-то конкретные места на парковке для конкретных автовладельцев, то здесь у нас, получается, уже вступает в силу жилищный кодекс, где говорится о том, что кто-то конкретный будет пользоваться общим имуществом. Поэтому здесь нужно будет по этому вопросу получение стопроцентное согласие всех собственников дома. Следующий этап – разработка проекта и получение разрешения в управлении строительства и архитектуры на земельные работы. Можно строить. Кстати, стоимость покрытия стоянки обойдется до 1500 рублей за квадратный метр. Покрытие может быть щебеночное, выполнено в плитке, может быть асфальтовое покрытие бетона. То есть самое разнообразное, что будет предусмотрено в проекте производства работ, ну и, соответственно, что будет финансировать люди, решившие организовать данную парковку. Элементы все указываются в проекте производства работ, который разрабатывается на как раз возведение автостоянки. Там указываются все разрезы, подстилающие слои, поверхностные, ну и ограждающие конструкции, если предусматривается эта парковка. Плюс, возможно, зеленые насаждения вокруг парковки предусматриваются, также указываются. Еще раз проследим порядок действий при организации парковки. Первое. Обратиться в управляющую организацию, чтобы определить границы земельного участка дома, место размещения парковки и наличие на нем инженерных сетей. Затем в управлении строительства и архитектуры определят техническую возможность устройства парковки и выдадут выкопировку плана с указанием места размещения парковки и перечень согласующих организаций. Далее надо получить согласование в этих организациях. Затем провести собрание собственников многоквартирного дома. Все согласовано, можно делать проект строительства гостевой площадки и опять в управление строительства и архитектуры за разрешением на производство земляных работ. Не забудьте оформить акт об окончании работ по размещению автостоянки. И последнее. Специалисты рекомендуют заниматься согласованиями для устройства парковки зимой. Тогда до лета, когда можно строить, время пройдет незаметно.